Привет! Сегодня мы поделимся с вами очень простым рецептом вкусного рыбного супа. Для приготовления понадобится морковь, картофель, сливочное масло, лук, рыба и сливочные сырки. Для начала нам нужно сделать бульон, поэтому мы отвариваем рыбу с добавлением соли и по желанию специй. Мелко нарезаем лук и морковь и обжариваем на сковороде. Получившийся бульон необходимо процедить, нарезать картофель кубиками и добавить в него. В будущий супчик кладем 2 сливочных сырка и перемешиваем. Разделываем рыбку и также добавляем в суп. Соль и специи по вкусу. Высыпаем пережарку в суп. Оставляем вариться на медленном огне на 30 минут. В конце, по желанию, добавляем зелень. Готово! Приятного аппетита!